Добрый день. Вот носил уже, наверное, 9 лет очки. Уже один раз в них даже линзы поменял, а вот носовые упоры ни разу не менял. Знаете, что с ними произошло? Вот сейчас вот покажу дополнительно еще с другой стороны. Вот видите, у них пошла коррозия внутри. И вот эта вот вся бронзовая штучка или какая там металлическая, она вся стала коррозировать. Вот здесь вот я сейчас сфокусируюсь, может лучше будет видно, видите? Соответственно, они изначально, естественно, тоже такие были белые, но со временем потемнели и стали жесткими. Вот, и продавились. То есть, если вот здесь удастся показать, то они прогнулись. Сейчас постараюсь показать. Вот здесь вот эта штучка металлическая стала даже выпирать. Вот поэтому купил новые. А единственное, очень сложно найти такие вот несимметричные, как у меня были раньше. По высоте они вот по размерам такие же, но чтобы были асимметричные, таких нету. Пришел с ними в оптику, мне за 200 рублей там за 5 минут поменяли, но единственное, они сказали, что поставили свои, у которых вот вместо вот этой металлической части пластиковая, и сказали, что в принципе у них мягче силикон. Вот, но они оказались на где-то миллиметр или полмиллиметра длиннее, чем мои. Эти, наверное, где-то 13, а там 14 не поставили, или 14,5. Вот, очень лучше все-таки выбирать из такого размера, как у вас. Вот, в принципе, из гигиенических таких соображений я их и поменял. Ну, естественно, и очки стали ниже, то есть сидели на старых со временем все ниже и ниже. Поэтому, когда я поставил новые носовые упоры, очки поднялись. Вот, но за счет того, что они мягкие, они меньше мне уже давят. Спасибо. Вот, посмотрите на новых очках, как это выглядит. Спасибо большое за внимание.